Леонид Ильич Брежнев подчеркивал, что производство в доставке и широком ассортименте продуктов питания высокого качества является одной из самых важных задач, вытекающих из курса партии на повышение благосостояния трудящихся. Эту задачу успешно решают труженики села различных областей страны. Прочно встал на промышленные рельсы крупнейший в стране откормочный комплекс в совхозе «Пашский» Ленинградской области. Десятую пятилетку коллектив комплекса выполнил досрочно, сдав государству свыше 28 тысяч тонн высококачественной продукции.